Всем привет. Понедельник, день тяжелый. Мы находимся на объекте Скандинавский бульвар. Мы его монтировали где-то 2-3 месяца назад. Объект технически не особо сложный, но он весь выполнен на крабе. Слот как разделитель, люмфер, черный карниз. Здесь у нас Basic B01 люмферовский стоит, ну, для 3D-панели с псулом. Мы сюда приехали по гарантии. Все, что сейчас вы видите, мы сейчас все будем снимать и переделывать. Почему так? Мы попали до Нового года на вот такую партию клея. Это был Каспофет. Вот. Мы как раз были на объекте с световыми линиями, и там, ну, сейчас Розди сделает вставочку, да, у нас просто гарпун прям отрывался. Понятно, там все это заметили, быстренько все заменили, поменяли, и все окей. Но, тем не менее, вот этот же клей попал еще на несколько объектов, и вот этот не исключение. Поскольку здесь у нас внутренняя вклейка, светильники СВГ-шные, они довольно тоненькую юбку имеют, полотно начало расползаться, и, соответственно, дотянуть его уже обратно без вариантов. То есть, если это прямо в самом начале увидеть и поправить, это окей. Но, к сожалению, это в самом начале не увидели, и теперь мы это будем менять. Это гарантия. Заказчика волновать не должно, то, что нам попался какой-то бракованный клей и так далее. То есть, сейчас 4 полотна за наш счет. Это у нас 12-ка только на материалах. Плюс еще наша работа, я не уверен, что мы в один день уложимся, которая стоит намного дороже, чем эта двенашка. Но мы просто приехали уже парням нашим помогать. Ситуация какая? Приезжает кухня, вот сейчас ее прям поднимают в квартиру в коробках, ее должны завтра начать монтировать. И кровь из носу, нам надо закрыть сегодня вот это полотно. А иначе там заказчик уже попадает на неустойку, ну, с кухонщиками и так далее. Ну и, конечно, чтобы не подставлять, будем пытаться сейчас быстренько, шустренько все это решить. При этом стоит отметить то, что вот от таких ситуаций никто не застрахован. Мы на материалах вообще никогда не экономим, вот, на расходки и так далее. Да и монтажники у нас тоже не экономят, да, то, что мне известно. Но, несмотря на это не помешало нам попасть вот такую вот задницу, неприятную ситуацию, мягко говоря. Имейте в виду, обращайте на это внимание. Работаем. Все, херня, давай помочь. Так, время у нас начало 11-го. Чем мы вернулись к тому же результату, который был. Теневой краб, черный карниз люмфер, Basic B01, слот в качестве разделка и светосы от СВГ. Все установили. Кстати, получилось спасти это полотно, но бабки все равно мы не спасли, потому что полотно заказано, и теперь его только можно выкинуть. Для тех, кто перетягивал, знают то, что демонтаж и подготовка заново полотна занимает больше времени, чем его смонтировать. Ну, у нас, в принципе, так и получилось. Получился целый день. Спонсор сегодняшнего целого дня. Вот это дерьмо. Остерегайтесь подделок, ребят.